Стапель, рассказ о конструктивных особенностях судна на подводных крыльях и поездка от Центрального конструкторского бюро имени Алексеева до Чкаловска на Валдае. Так начинается визит делегации корпорации «Туризм РФ». В Чкаловске гости региона идут в музей скоростей, в дом-музей известного летчика Валерия Чкалова. Из технической мекки региона гости и правительство Нижегородской области отправляются на другой берег Горьковского моря, в Городец, где их встречают город мастеров и музейный квартал. На каждой точке обсуждают туристическую привлекательность и реализацию комплексных проектов под аккомпанемент экскурсии. Изделие выполнено на гончарном круге, оно должно обязательно пройти просушку в естественных условиях несколько дней, как правило, 3-4 дня. Если мы сразу на обжиг, то вода, которая находится в порах глины, даст нам трещины. За прошлый год Нижегородскую область посетили более 2 миллионов туристов. А ведь еще в 2019 году в регион приезжало всего 900 тысяч человек. И с каждым днем турист становится все избирательнее и в хорошем смысле балованнее. Чем больше жилья, тем больше туристов. И чем больше жилья, тем оно дешевле. И больше туристов поедет. Конечно. Показатели все есть, экскурсоводы прекрасные, все рассказывают. Музеи с экскурсоводами вообще без нареканий. Музей самоваров, музей пряника. Такие экскурсоводы, это же чудо просто. Регион вместе с корпорацией будет вести около 10 инвестиционных проектов по строительству гостиниц на 1500 номеров. И это позволит создать около 1000 рабочих мест. В Нижнем Новгороде сейчас не хватает уже номерного фонда. Майские праздники в оба периода практически 100% загрузка номерного фонда, было невозможно снять номер. Надо, конечно, этим пользоваться. Во-первых, реализовывать новые инвестиционные проекты. Во-вторых, расширять географию внутреннего туризма в Нижегородской области. Нижегородская область чрезвычайно богата такими настоящими интересными точками притяжения. И в каждой из них нужно упаковывать для инвестора соответствующий проект и помогать в его реализации. И здесь, конечно, неоценимую помощь может оказать корпорация «Туризм РФ». Между корпорацией «Туризм РФ» и правительством региона подписано соглашение о взаимодействии. Глеб Сергеевич, его команда энергичные, они настолько просто забросали предложениями. Каждое из этих предложений настолько интересно и увлекает, что хочется взяться и сделать все сразу. Но, к сожалению, мы вынуждены будем определить какой-то набор проектов и начать с него. Благо то, что туристический поток уже больше 2,3 миллионов уже сформированы здесь в городе и в регионе. Я вижу, что увеличить его минимум можно даже в 2 раза. Вот. Так что потенциал огромный, интерес к городу огромный. И главная среда, которая сегодня в городе, она дружественная и просто обволакивает путешественников в хорошем смысле этого слова. Сотрудничество между Нижегородской областью и корпорацией «Туризм РФ» должно продолжаться. Служба информации, Александра Шеломцева, Михаил Городников, Вячеслав Орлов.